Привет! Трибуар. Ну, Game What The Fuck вышел новый видося, называется «Игровые мемы для взрослых». What The Fuck, 249 выпуск. Следующий будет уже юбилейным. Ждем его с нетерпением. Будет, наверное, что-то грандиозное и крутое. Но пока давайте посмотрим это. Надеюсь, будет офигенно, как обычно. Поехали! Какие дела, народ? В общем, ну, я хотел все выпустить видео еще вчера, но что-то пошло так. Не так. Чего? Я думал, это он снял. Туп влепил мне 18+. Жиза, у меня такое же. Видите ли, теперь мои видео только для взрослых. Я удалил момент, который хоть как-то намекает на контент для взрослых. И если вы сейчас видите это видео, значит все окей. И, естественно, завел удаленный момент в Телеграм. Надо подписаться и посмотреть, что же там такого, блин. Прон какой-нибудь еще. Если хотите посмотреть, что YouTube считает контентом для взрослых, то welcome по ссылке в описании. Ну а мы начинаем. Надеюсь, вы взяли чего-нибудь вкусного. Водичку взял, водичка это очень. Сейчас вкусно. Будете с кайфом хавать, ну не настолько с кайфом. Вот это он ее запихнул, это как это, блин, так? Присаживайтесь поудобнее и погнали. Отдел. Это же было. По-моему, уже несколько раз даже what the fuck это я вставлял. Что делать пилоту самолета, так, если в полете внезапно закончилось топливо? Импровизировать. Что за дыра у него такая? Что за херня? Че, это, разобраться решил? Реально, это птица. В смысле, а что, самолеты разве не так летают? Нет. Фига себе. И пассажиры внутри такие. Так, скорее всего, бы и происходило. А на чем летали на Диком Западе, спросите вы? Ну, или не спросите, да похрен, я все равно вам покажу. Давай. Фига. Че тут поднял? Чё за бред? Физика есть? Чего? Физика есть, физика. А, походу, этот чел просто ногами одна оттолкнулся. Да. Ну, слушайте, это всяко лучше, чем по волнам струячить. Ой, жесть. Есть, ой, конечно, жесть. Блин, я всегда удивлялся от этого видоса, потому что как бы пипец как больно. Один летательный аппарат, но я бы вам крайне не советовал. Что за радужная пони? Она упала. Так. Да не, она не летает, она только прыгает. Фига себе. Ну ладно, немножко полетает. Я не знаю, что за сила его такая утянула. Лошадиная сила. Тут... Самый ирония. Диана нужен экзорцист. В общем, ну... За топу прям сразу лайк. Похрен этих лошадей, давайте покатаемся на чем-то более современном. Давай. Ich mix auch richtig gute Mojitos. Да что ты там по-немецки говорит? Das glaube ich erst nach einer Kostprobe. Seit Wochen hatte ich nichts außer Felix Pferd. Ой, жесть. Фига себе их перевернуло. Ну и чего ты этим добился? Один в пальму запилил, второй квадрик перевернул и сам откинул. Видели, как будто там мозги у нее, блин, поэтому по экрану растеклись. Классно, вообще. Да я угораю с того, как чувак такой видит, как его подруга ломает шею и падает, так, и его реакция на это. О, класс, теперь я за рулем. Ну там никакой реакции, конечно, не было, он просто пересел. Нравится, как в Far Cry приводят в чувство союзников. Типа она лежит такая, умирает, чел подходит и такой... Да-да-да-да-да-да-да. В новом Far Cry лошади это такое себе развлечение. Ну-ка. Ох, жесть. Как такое возможно? Че-то слишком рано, он нас сейчас спрашивает, по-моему, кажется. Да, я на коне. В общем, как вы поняли, с лошадьми не соскучишься. Еще веселее это... Да лошади везде какие-то странные. Лошадиные упряжки. Какие-то парни вломились к нам домой. Я сбежал, но... Они схватили мою жену, пожалуйста, мистер. Ой, бедняга. Если ты считаешь, что у тебя... Капец, мне его пипец жалко. Если сегодня был плохой день, то посмотри на этого бедолагу. На них напали, забрали его жену и... Его еще сбили. Под телеги чисто такой. Вообще, похуй. Но лучше бы тебе, Артур... На, он пошел, блин, не видел, что там человек не стоит. Не просить спасать твою жену, знаем мы этого спасать. Помним. Сядь, погори.
Телеги вообще... Ей все тут не понравилось. По беспределу гоняют тут даже сейчас. Фига себе. Что это за фигня? Это где это было? Странные эти ребята могут иногда приносить пользу. Ну-ка. А, мента сейчас высопьет, да? Ну-ка. На! Нужное время в нужном месте. Согласен полностью, прям вот когда нужно. Ребята, не надо ссориться! Не надо! Вообще, я катался на лошадях, и так. Это не самое простое занятие. Ну это и так понятно. Сейчас езды седалище отваливается к хренам. Пусть сейчас, мне кажется, если я 5 минут сам поезжу, они вести меня будут. Я не представляю, что чувствовали раньше всадники, которые сутками на них скакали. Mm-hmm. Да, сутками, кажется, они все-таки не скакали. Они какое-то время все равно это спешивались и отдыхали. Вы че на его лицо посмотрите? Больно. Так, был крутым всадником, а стал кей-попером. Так мало того, что от них одни проблемы, ты еще попробуй приручить этого жеребца. Ну просто на месте стоит. А он вот так тащит, как будто он уходит куда-то. О, понятно. Если лошади... Друган его припёр сюда. В складе с оленями, то вообще забей. Вам их не победить никогда. Ой, жесть. Это ты... Олени вообще какие-то там странные. Ты познакомился с красивой девчонкой, вы постепенно сближаетесь, все идет хорошо. И тут твой друг с историей про пердёж. Девчонка сразу уходит. И, кстати, про друзей. Я вот слышал истории, что это те самые ребята, которые в трудную минуту всегда поддержат и... Нет. Помогут, если не делом, так хорошим советом. Но почему типичные советы от моих друзей выглядят как-то так? А как выключать? Как включать движок? О, этот я тоже, кстати говоря, не знаю. F, по-моему. Выйди сейчас. Понятно, сука, дебил, блядь. Я ж не думал, что ты на столе. Так и доверяйте, муди... В смысле, блин, что я настолько? Ты мне сказал, я бы тебе поверил. Они только и ждут момента, чтобы тебя подосрать. Да, зачем ты въел? Вот это он упал. Глушить двигатель на Alt F4 вообще можно призвать танк. А эту веревку лучше между ног продеть, братан, вообще классно будет. Представь, ты в потной катке попадаешь в сложную ситуацию. Что происходит? И тут тебе на помощь приходит твой друг. Вот это, пожалуй, с собой. Запомните, советы нужно слушать только от серьезных людей, которые реально знают, согласен, о чем говорят. В Обливии нет явно серьезные. Или это Skyrim? Смотри, Skyrim все-таки. Чуть не устал. Хрена себе терминатор такой. Нормально. Я встану. Я выживу. Vista, baby. И дальше бежит дурак. Вы меня спросите, какого чешуя чувак делает что с рыбой такое, посреди средневековой баталии? Так. Это доставка сочного леща. Как-то странно он его держит, вот так вот, типа, два пальца сзади. В жопу засунул, что ли? На, чепалах, давай. А! Это шикарный удар просто. Давай еще угорай там что-то. Как же он сильно хотел его лещануть, что он поймал рыбу. Что, как мы знаем, не самое простое занятие. Ну да. Ой, жесть. Помним это. Через все поле битвы и от души. Нате. Красиво. Она, видели? Сначала он ее кинул. Она куда-то отлетела, и потом такая обратно, еще обратно его ударила. Походу, это было настолько унизительно, что враги сразу же сдались. Если уж командир леща отхватил то, что с ними будет. 100%. Слоумо всегда там выглядит эпично, а какая-нибудь дичь в слоумо — это просто шедевр. Ну-ка. Это доп рисовал, 100%. Рубрика бесподобных лайфхаков. Как бесплатно попасть в метро? Скин подходит вообще под эту ситуацию.
Правда, теперь ты находишься на путях, и максимум, как ты сможешь проехаться, это на капоте электрички. Но зато... А у нее есть капот? Точно не опоздаешь. Ой, бедняга. Я ни разу не играл в Sims дальше, чем создать персонажа и построить дом. А оказывается, зря, там довольно интересный геймплей. Ну-ка, что ж там такое дальше-то? Я тоже, ну, особо долго не играл. Фига себе. Пока на расслабоне, на чиле. На чиле. Что ты там делаешь? Отдыхаю, отстань. Психолог, старайся здраво оценивать ситуацию и не преувеличивать свои проблемы. Так же я через 5 минут. Это как симулянт в футболе. Дружище, ну ты малость переигрываешь. Тебе показать, что такое реальные проблемы? Так. Хьюстон, у нас проблема. Фига себе. Прям за ним летит. А жесть. Прям в жопу дышит. Вот тут даже у меня волк. Капец, это было бы что-то страшное. На заднице посидели, а твои так. Вот эти покатушки оставь, да? И вообще, Неймар, переодевайся, мы тебя узнали. Неймар? Только он, что ли, это симулирует? Вроде нет. Странно, что на футбольные ворота всегда ставят сети, хотя я ни разу не видел, чтобы они в них хоть одну рыбу поймали. Но вот, походу, один карась попался. Так. Чувак, нормально? С другой стороны должен стоять. Андрей, что с вами? Да со мной все нормально, просто я немножечко шалю. Подвис. Кстати, там же вышла FIFA 23. Несмотря на то, что так. Мой скилл в футболе примерно такой... Какая прикольная штука. Я люблю эту игру и покупаю новую часть каждый год. Так что серьезно? Давайте посмотрим, стоит ли мне покупать эту часть. Зачем он ее покупает каждый год, типа нет? Явно нет. Нет, но это то, что мы любим, однозначно стоит покупать. Кидайте номер то есть карты. Карты. В целом, все как хорошо. И раньше. Футбол продолжает косить под рестлинг. Ой, жесть. Что это было? Охренеть. Блин, это регби уже какой-то. Жесть. Рестлинг косит под футбол. Помню этот. Американский футбол вообще... Вообще, кто-то играет в американский футбол? В Америке играют, это самый популярный вид спорта, не? Это Джо Байден. Вот одни NBA 23 красавчики завезли что-то новое. Спортивную гимнастику. Что тут делают? Что за херня? Ну давай, бросай! Что-то я, по-моему, пробежка. Баскетбол ногой. Даже в тему. Главное, чтобы ему такое кольцо не попалось, а то улетел бы он на Сатурн со своей гимнастикой. Кстати, самое время пополнить список скейтерских авиалиний. У нас уже был поддон, кольцо, а что теперь? Че это, блин, происходит? Че за игра вообще? Что он делает? Да ты достала! Ну, тут в целом ничего. А что это вообще что за игра? Удивительного, это Стас космический зонд. Охренеть, улетел! Все равно... Чувак, а жалко. Все эти летательные аппараты... Это музыка не из Undertale была лучше случайно? Лучше вот этого солометика. Ну а на этом все, народ. Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. Да-да-да-да-да-да-да. Если это так, то лайкомат внизу, дайте мне знать, как это было. Пишите в комментариях. Видос просто офигенный получился. What the fuck, огромное спасибо за контентище. Настроение поднял, надеюсь, я вам тоже поднял свои реакции. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр, пока.